Ребята, всем привет! Сегодня разберем новую композицию для вашего репертуара. Это переложение для фортепиано песни «Прекрасное далеко». Композитор Евгений Крылатов. Стихи Юрия Энтина. Эта песня приобрела популярность после выхода фильма «Гостья из будущего» в 1985 году, в котором она и прозвучала впервые. Как сказал Крылатов в 2002 году, это был призыв, молитва, мольба о детях, чтобы они жили лучше, чем мы. Разбор композиции я помещу в плейлист курса про пиано, хоть и уже сняла все 54 урока курса. Курс про пиано – это курс фортепиано и музыкального развития для взрослых любителей, в котором я знакомлюсь с композициями для фортепиано легкого и среднего уровня, в деталях которых вы сможете самостоятельно разбираться после нескольких обязательных уроков курса на моем канале. Как и в обязательных видеоуроках курса, я обращаю ваше внимание на аппликатуру, динамические оттенки, фразировку, педализацию и так далее. Итак, тональность си минор. Аппликатуру выставила синим цветом в кружочках. Карандашом точечно подписала счет. Теперь играю правую руку со счетом. 4 и 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. На сегодня у меня все, но это всех композиций, которые мы будем и дальше разбирать на курсе, находятся в моей группе ВКонтакте, бесплатно в фотоальбомах. Если вы хотите иметь свой индивидуальный репертуар, занимайтесь по одной из двух платных схем проведения уроков. Ссылочку на схему проведения уроков я оставлю в описании к этому видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите другие мои видео. Всем пока!